Всем привет! В этом видео мы будем с вами вскрывать два яйца киндер-сюрприз. Я нашла магазин и решила купить два яйца, чтобы снять видео. И я остановила свой выбор на яйце киндер-сюрприз для мальчиков. Это пингвины. И киндер-сюрприз для девочек. Это Hello Kitty. Для Hello Kitty оно такое молчаливое. А для мальчиков оно такое звонкое. Я бы хотела, чтобы здесь попалась игрушка из серии, а здесь какая-нибудь сборка. Давайте начнем с киндеров для мальчиков. Я хочу оставить Hello Kitty на потом. Вот такое яйцо. И честно, я очень давно уже не скрывала эти киндеры. Вот я и хотела. Здесь игрушка не из серии. По свету нашей капсулы это видно. Посмотрите, скоро я уже давно не скрывала. И они у меня были в холодильнике. Такие холодненькие. Секунду. Сейчас должны тебя скроем. Все, почти-то скрыла. Что такое? Не открывается. Секунду. Вот. Все, почти-то скрыла. Вставай, ты сможешь открыться. У меня какие-то влажные еще руки. Что-то у меня вообще не... А, вот, наконец-то. Ух ты! Какая-то сборка. Сейчас мы посмотрим, что это. Я в киндерах плохо разбираюсь. Какая-то машина. Хотя я долго убирала и не хотела, чтобы мне машинка попалась. Ну ладно. Вот. Так у нас вкладыш. Это какая-то машинка, чтобы она вот сгоняешь ее, и она едет. Вот. Наверное, сейчас очень долго буду собирать это. В целом, наверное, это не надо, в принципе, наверное, собирать вам. Оказывается. Хотя можно просто собрать, наверное, несложно собирать. Здесь, конечно, здесь есть инструкция. Да, здесь есть инструкция. Сейчас мы посмотрим, какая у нас здесь инструкция. О, почти как-то. Хотя, наверное, я не буду вам показывать сборку. И давайте придем к Hello Kitty. Я хочу, чтобы здесь была игрушка из серии. Я не знаю, но хочу. Хотя, наверное, вряд ли. Из серии, смотрите, у меня все сбылось, что я хотела. Здесь тоже Hello Kitty попадется. Что-то они все у меня какие-то твердые все. Боже, я сейчас опять не открою, буду мучиться. Как же мне ее открыть? Не получается мне ее открыть. Что ж такое? Наконец-то я ее открыла, и здесь какая-то Hello Kitty. О, какая прелесть, посмотрите. Hello Kitty, не знаю, какая-то типа феечка. Сейчас посмотрим на нее. Она здесь быстро собирается. Вот такая Hello Kitty, она очень милая фея. Буклет, конечно же. Как тут без буклета? Очень красивый себе буклетик. Вкладыш, вернее, наверное, даже больше. Такая фея. Здесь вот идет еще такая типа диаграмма, что-то такого плана. И сюда ставится это Hello Kitty. И как это должно выглядеть как-то так. Вот, ну что ж, с вами был канал Lady Daisy. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Вот я собрала эту машинку. Наконец-то. Собрала, да. Вот такая вот машинка. Она, вот, как бы, не знаю, вам не показать, но она вот так вот разгоняется и едет. Ну, да, вам не показать, но она, в общем, разгоняется и... Как-то, и вот, о, ну, вы видели, поняли, что я хочу вам сказать. Ну что же, пока.